Чтобы пробежать по центру города 21 километр, люди приехали из Франции и Белоруссии. В общей сложности новое для Рязани спортивное состязание собрало более 1000 человек. Любители бега приехали и из разных городов России. Я приехал из Москвы, часто участвую в полумарафонах, вообще в забегах, в спортивных мероприятиях. Так занимаюсь триатлоном. Это уже мой 15-й полумарафон. Очень люблю бегать, вообще люблю спорт. Вот здесь красивый город, очень захотел сюда приехать, побегать. В полумарафоне приняли участие и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Все участники забега пробежали по главным улицам Рязани в городском лесопарке. Здесь можно было встретить и знаменитых в беговой сфере рязанцев. Ну, первый полумарафон в родном городе, так как у меня за плечами уже много забегов. Вот. Ну и очень приятно, что это такое свое родное, и здесь совсем другие, конечно, эмоции. Не нужно никуда ехать. Если ты встал с утра, проехал 100 метров, и ты уже на старте. За 40 лет моей работы на производстве у меня не было ни одного моего больничного листа, кроме как бы ухода за детьми. Это не в счет. А моего не было. Только за справками ходим. К врачу идем, только дайте допуск. Это большое событие для Рязани. И почаще вот такие мероприятия проводились. Потому что встречаемся только здесь. Для любителей бега и болельщиков соревнований подготовили концертную программу с участием творческих коллективов, показательными выступлениями гимнасток и курсантов воздушно-десантного училища. Уровень подготовки участников был разный – от любителей до мастеров спорта международного уровня. Теперь можно смело делать вывод, что в Рязани есть большие перспективы для развития данного вида спорта. Всех спортсменов наградили памятными медалями.